Мне говорят, что мы в эфире. Всем привет. У нас довольно поздняя 18.00 лекция, поэтому народу не очень много. Вот. Но вы помните, что я очень люблю, когда есть аудитория, потому что с ней можно по-человечески общаться. Так что, если вдруг вам в конце концов понравится то, что здесь происходит, зовите своих товарищей, потому что на самом деле мне бы хотелось, чтобы этот курс был поживее. Вот. Значит, называется он «Архитектура и язык Assembly RISC-V» для разных категорий слушателей. Может называться по-разному, вот, потому что для бакалавров называется «Введение в то же самое». Это связано с забавной политикой факультета, что бакалавры и магистры не должны слушать одни и те же курсы, поэтому мы их называем по-разному. Вот. Надо сказать, что если кто был в прошлом году на питончике, то вы видели, что теперь курс для бакалавров и для магистров даже отличаются друг от друга. Вот. Ну, потому что питончика настолько много, что... Ну, неважно. Значит, где же наш незаменимый сокращенец, который обычно в таких лекциях участвует? Ну, ладно, ждем его. С чего бы начать-то? Начать надо с того, что этот курс появился как следствие моей работы дистанционной с севастопольским филиалом, где я читал курс под названием «Архитектура ЭВМ языка ассемблера», большой, который у всех студентов ВМК на первом курсе, во втором семестре читается. Вот. И уже тогда... И еще до того, как я это начал делать, мне пришло в голову, что читать архитектуру ЭВМ на примере архитектуры x86, а тогда это был 16-разрядный x86, чтобы вы понимали, DOS, и вот это все. И это не очень хорошая идея по двум причинам. Причина первая, понятное дело, 16-разрядный DOS-овский ассемблер изучать, вместо того, чтобы изучать архитектуру ЭВМ, это, прямо скажем, плохая замена. Вот, особенно, значит, в там... в 2014 году, 2013, 2015, вот где-то так. Это во-первых. Во-вторых, лично я считаю, что вообще архитектура x86 всякая, интеловская, в силу того, что она всегда была открытой и обратно совместимой, не очень удобна для изучения. Если посмотреть на историю развития именно процессора x86, мы увидим, что в его, например, даже в системе команд, можно проследить все стадии его развития. Можно проследить, когда он был 32-разрядным, какие в нем остались элементы с тех пор, когда он был 16-разрядным, какие в нем остались элементы с тех пор, когда он был 8-разрядным, и даже один артефакт с тех пор, когда он был, извините, 4-разрядным процессором от калькулятора, 4004 назывался. Вот. Этот артефакт, регистр AX, дело в том, что вот этот 4004 процессор, он был однорегистровый, у него был единственный регистр аккумулятор, и поэтому некоторые команды 16-разрядные, кажется, даже 32-разрядного режима, умеют работать только с AX как базовым регистром, потому что он когда-то был аккумулятор. Вот. Эта тема, кстати сказать, нас будет преследовать вообще всегда, об этом я отдельно расскажу, что вообще-то решение в такой инженерной дисциплине, как, скажем, вычислительные системы, где очень, помимо науки, очень много чисто технологий. Да? Эти решения очень сильно подпадают принципу легаси. Типа работает и не трогай. 20 лет назад придумали, пока значит, гром не грянет, давайте пользоваться тем, что придумали 20 лет назад. Значит, этот курс я прочел 2 раза, потом со стулским филиалом стал работать совершенно невозможно по разным причинам. Просто потому, что там очень контингент сильно понизился. Вот, качество. И они меня не выдерживали. Вот. Ну, неважно. Важно то, что этот курс существовал на полке. Он был посвящен еще процессору MIPS. Потому что, когда я хотел на что-то перевести, у меня была такая идея, либо брать игрушечные искусственные процессоры, предназначенные для их изучения. Таких, в общем, с десяток можно насчитать. Проблема состоит в том, что, как всякие игрушечные искусственные процессоры, они страшно далеки от народа, и в общем, непонятно, что ты изучаешь. Какой-то эмулятор неизвестно чего, эмулятор ничего не существующего.
Другая альтернатива – это то, что, кстати, сейчас исповедуют кафедры системного программирования, и часть из вас, кто учился на другом потоке, у вас был ассемблер того же x86-64, но прям такой вот настоящий, боевой, типа NASMA, вот это вот все. Да? Сколько там в MD64? 16 способов вызова ABI по соглашению по вызову, по раскладыванию элементов при вызову процедуры разных. Кто на регистрах, кто на других регистрах, 16, ну, как-то это такое. Вот. Проблема в том, что альтернатива изучению игрушечного сферического процессора в вакууме будет изучение боевого процессора, у которого 100-500 миллионов инструкций, 100-500 миллионов вариантов ABI, и мы погрязнем просто в каких-то деталях неизвестно чего. Да? Моя была идея в том, что если мы начинаем изучать процессор с деталей неизвестно чего, то мы не поймем, зачем, что такое RCRUVM и какой в ней смысл. Вот. Ну вот. И вот поэтому я перешел, значит, спасибо моему коллеге Михаилу Рудаченко, который мне очень сильно помог в подготовке, значит, курса лекций по МИПСу. Вот. Но с тех пор произошло одно интересное событие, имеющее прямое отношение к нашей лекции, а именно появился, ну, скажем так, выстрелил, появился он чуть раньше, процессор RISC-V. Вот. И он не просто выстрелил, он по причинам, о которых мы, возможно, сегодня успеем поговорить, полностью заместил собой МИПС. Буквально вот в несколько лет все те железяки, которые делались на ВИПСе, теперь делаются на RISC-V. Вот. В чем смысл такого? А вот сокращение «здравствуйте». Тут, безусловно, ехидный сокращенец. Сокращенец, если кто не знает, это ник человека, который постоянно участвует в наших лекциях, особенно в лекциях по архитектуре ЭВМ. У него есть свой собственный курс, приложенный к нашему, по программированию микроконтроллеров. Вот, на базе RISC-V, поэтому ссылочка у нас есть прямо в чатике на этот курс, и на соответствующую группу. Ну вот, сокращенец замечает, что тот эмулятор, с которым мы будем работать, это тоже игрушка. Безусловно. Потому что в реал-лайфе, когда вы начинаете программировать хотя бы даже простейший микроконтроллер, вы встречаетесь с большим количеством реал-лайфа, извините за тавтологию, где выясняется, что в этом самом контроллере все так, как вы учили, но немножко не так. Что-то реализовано для простоты по-другому, какое-то расширение реализовано не до конца, ну и так далее. Вот. Я как раз хочу этого избежать для того, чтобы в курсе, который называется «Архитектура ЭВМ», мы изучали с первой архитектуры ЭВМ как таковую, а уже потом, значит, какие-то конкретные процессоры, что-то такое. Ну вот. И, значит, поскольку RISC-V выстрелил, и поскольку авторами процессора RISC-V оказались те же самые люди, которые в свое время делали MIPS, то, по сути, RISC-V – это такой MIPS на стероидах, в том смысле, что оттуда убрали всякие странные легаси, ну, реально странные, вот, когда, ну, странные, и всякие непопулярные решения, и перевыпустили его таким образом, чтобы можно было его хорошо развивать, в том числе, там, 64-разрядные сделать версии, 128-разрядную арифметику сделать, например, вот, чуть ли не первый процессор, в котором это в стандарт входит, ну, и так далее. Вот. Вот причина, по которой, значит, этот курс возник. У меня есть наполеоновские планы возобновить курс второго семестра первого курса под названием «Архитектура ЭВМ язык ассемблера», то есть в 72 часа на базе RISC-V, но это очень сильно зависит от того, сколько народу и каким образом будут мне помогать, потому что один я это не вывезу точно. А, да, по поводу «не вывезу», я обещал всю неделю жаловаться на то, что не ждите от меня какого-то отличия большого от прошлого такого же курса, который был 2 года назад, потому что в этом семестре я читаю аж 3 спецкурса, плюс еще веду практикум, и вообще-то делаю это в свободную от работы, не так, делаю это в рабочее время, потому что вообще-то основная моя работа – это компания Basalt SPO, вот, которая уже 20 лет позволяет мне здесь читать лекции, фактически их оплачивает, вот, бывшая компания Antlinux. Вот. Соответственно, как работник компании и член от Linux Team, я очень рад этому, но, в общем, в этом году, значит, компания Basalt SPO наконец-то дозрела до того, чтобы как-то присоседиться к нашим лекциям, возможно, даже логотипчик у нас будет где-нибудь приляпан, потому что, ну вот, например, нашего оператора,
он, работа, операторская работа, работа по монтажу оплачивается компанией Basalt-Spol. Ну вот, соответственно, значит, я просто не вывезу, поэтому вот это будет почти что повторение прошлого года. Вы еще эти жалобы сегодня услышите. Вот. Поэтому, чего у нас не будет в этом курсе? В этом курсе у нас не будет условного первого месяца большого курса по архитектуре ВМ, который определяет, что такое система команд, что такое адрес, что такое память, что такое регистры, всякие модельные машины. Помните учебные машины? Да? Вот. Кстати сказать, наш выпускник Владимир Лютов написал очень неплохой на питончике эмулятор этих самых учебных машин с командлайном, с отладчиком, со всеми пирожками. Вот. Который я тогда еще использовал в том курсе, и, в общем, планирую его возобновить. Я его недавно запускал, он ставится, работает. Пип-инстал, и все. Пип-инстал модель машин, если конкретно. Вот. Не будет разговора о различных архитектурах. Предполагается в конце семестра обзорная лекция, до которую, ну, представьте себе, май, птички поют. Тепло. У некоторых уже сессия закончилась, у четвертых, шестых курсов, например. А я тут, значит, рассказываю какую-то унылую обзорную лекцию про то, какие еще бывают архитектуры. Вот. Вот это максимум, на что вы можете рассчитывать в этой части. Не будет части курса, которая невозможна на текущем эмуляторе или на текущих эмуляторах без дополнительного долгого въезжания. То есть виртуализация. Виртуальная память, поддержка, аппаратная поддержка многозадачности, вот эти таблицы страниц, вот этого всего, об этом я расскажу на словах очень коротко, но этого не будет, потому что этого пощупать руками мы не можем. Принцип нашего курса, все, о чем говорится на курсе, можно реально пощупать руками на там, соответствующем эмуляторе, прям увидеть, как оно работает, получить результат. Вот. И в большинстве случаев написать программу на ассемблере такую, чтобы ее проверил e-judge. У нас отчетность в этом году по этому курсу – это решение задач на e-judge плюс, возможно, некоторый финальный, что-то вроде контрольный. Вот. Посмотрите, как это было в прошлом году. Там на самом деле весело. Будем картинки рисовать неприличные, приличные. Разумеется, не будет разговора про всякое ГПУ и все остальное, потому что это вообще бесконечность тотальная. Вот. Мы ничего этого не успеем, у нас всего там 22 часа вот, максимум. Вот. И к моему великому облегчению не будет разговора о тонкостях программирования языке ассемблера. Потому что превращение курса архитектуры ВМ в курс язык ассемблера мне категорически претит. Мне кажется, что из здесь присутствующих вряд ли кто-то будет профессионально программировать на ассемблере, потому что это примерно, ну сколько там, 1.5%. Вот если здесь присутствующих взять 1.5%, живого человека не получится. Вот. Да, соответственно, вот тут, значит, пришел в чат человек, который явно в теме. Вот, он спрашивает, а будет ли разговор про векторное расширение к RISC-V. Дело в том, что мы сейчас это посмотрим, архитектура RISC-V открытая настолько, что вообще-то любой компетентный разработчик может предложить какое-нибудь расширение, как улучшить для определенных задач эту архитектуру, грамотно это оформить, предложить реализацию. И после соответствующего обсуждения комитетом, в который входят такие же, как он, люди, только еще более компетентные, это может быть утверждено, ну, сначала там в статусе драфта, а потом уже и вот а потом, если кому-то понадобится, из войны в железе. Одно из таких расширений, это как раз векторное. Боюсь, что поскольку векторное расширение... Какой-то из эмуляторов его поддерживает. Иван, смотрите, если мне хватит времени... И если среди наглядных эмуляторов найдется такой, который поддержит векторное расширение, мы точно в него потыкаем, потому что это очень интересно. Вот. Я надеюсь, что мне хватит, что мы потыкаем. Спасибо за наводку. Я попробую вспомнить. Ну вот, это мы, значит, я рассказал, о чем разговор не будет, и я начал говорить, о чем разговор будет. Значит, сегодня мы поговорим про RISC-V, мы уже начали. Вот. Дальше у нас будет система команд. Вот. Дальше у нас будет, как я уже говорил, в качестве домашних заданий решение задач. Это основной повод для отчета и получения оценки по экзамену. Кстати, обратите внимание на дедлайны, это важно. Вот. На самом деле, я объясню, почему такие дедлайны, там 6 дней.
Мне очень важно, чтобы вы уже прорешали, потрогали ту тему, которая была на прошлой лекции, чтобы на следующей лекции у вас были не только голова загружена, но и руки. Вот, соответствующей темой. Вот поэтому дедлайн 6 дней. Вот. Ну и главное, значит, лейтмотив всех наших лекций о как проявляется понятие легаси, как оно, значит, недоброкачественной опухолью распространяется по всем отделам дисциплины архитектуры В. Вот так у нас будет все примерно устроено. Значит, основной наш эмулятор, к сожалению, такой же, что и два года назад, это RARS. RARS – это, значит, по деле сумочного тевтонского гения, который раньше, может, не тевтонского, может быть, какого-то еще, который раньше, значит, было, называлось MARS и был эмулятором MIPS-а. Вот. После того, когда MIPS сдулся и превратился в RISC-V, его немедленно переписали, чтобы он, значит, умел в RISC-V. Я пытался в этом коде разбираться. Он написан на Java. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что вы берете Java на любой платформе, запускаете, он работает. Вот. Плохо, потому что он написан на Java в стиле такого хардкорного университетского программирования, начала нулевых. Я пробовал это отлаживать. Вот. Это длится часами, документации там не очень много. В общем, развивается он медленно. Вот. Но в нем есть очень много плюшек, одну из них мы прямо сегодня посмотрим, которые делают его незаменимым именно для базового обучения. Такие дела. Вот тут написано, как что-то там такое запускать. Вот человек спрашивает, почему все-таки не Куему, вы прямо сегодня это увидите, почему не Куему. Кстати, у меня есть такое, скажем так, человек, у меня есть задание для всех, здесь присутствующих и присутствующих виртуально, всех, кого угодно, довольно серьезные, решив которые, человек получает сразу там, пятерку на экзамен. Задание стоит в следующем. Вот тут возник наш постоянный слушатель Димка Димка, который вспомнил еще один эмулятор. На этот раз эмулятор, такой настоящий профессиональный эмулятор, прямо вот платформу, которая называется Куему. Вот. Очень хочется, чтобы работа с Куему, с процессором, на котором не загружено ничего, то есть буквально вот включаешь процессор, получаешь его в голом состоянии, загружаешь туда какую-то программу и начинаешь работать, выглядело примерно так. Вот включаешь процессор, да? О! Получаешь программу, говоришь на голом ассемблере, да, вот, то есть без всего, без операционной системы, без биоса, ничего, только вот этот код. Нажимаешь скомпилировать. Так, только он не работает. А, это знаете что, это для MIPS. Извините. А где же у меня для риск файла? Сейчас, секунду. Вы не думайте, что я отвлекся. Этот как раз и есть тот самый эмулятор, с которым мы будем работать все это время. Вот. Поэтому ничего удивительного, что вот RG22. Во. Вот. Что-нибудь попроще. Ну вот, да? Нажимаешь на кнопочку, говоришь скомпилировать, видишь результат и начинаешь пошагово проходить. Как в отладчике. Вот если к Куему можно приделать что-то, что будет показывать, а тут у нас, как видите, регистр общего назначения, регистр управляющие, регистр этих самых арифметического сопроцессора, да, вот здесь у нас, соответственно, код, здесь у нас память, вот, здесь у нас вот вывод, а еще в этом эмуляторе есть, знаете что, маленький графический дисплейчик, на котором можно рисовать. Вот. Консоль настоящая, которая управляется прерываниями input-output. Вот. Вообще говоря, в Куему все это есть. Но вот, есть, вот такого инструмента нет наглядного. Вот если вам удастся найти проект, который позволяет таким же образом работать с Куему, то за оформленную, красивую, одобренную мной инструкцию вы получаете пятерку по нашему курсу. Вот. Предыдущие два человека, которые вызвались это делать, исчезли, и больше я их не видел. Это не угроза, это просто наблюдение. Вот. Один, правда, женился при этом, поэтому я его понимаю.
Вот. Значит, ну вот, такие дела. Вот вам ответ. Нет, ГДБ нельзя, Димка. Димка, с помощью ГДБ можно отлаживать приложение внутри операционной системы, запущенной внутри QEMU. А я хочу отлаживать тот код, который выполняется прямо QEMU. У QEMU есть ГДБ-интерфейс, похожий на ГДБ, и к нему есть какие-то мордочки. 2 года назад я пытался решить эту задачу и не решил. Так что нет, нельзя. Смотрите, можно, но в любом случае мне нужен наглядный интерфейс. Я хочу, чтобы человек, который пришел, условно говоря, испытывая, еще продолжая испытывать отвращение от курса второго семестра первого курса, вот, на наших с вами встречах испытывал не отвращение, а интерес. Вот. Для этого нужно, чтобы вот. Да, сразу скажу, у нас не будет совсем ничего про конкретное железо, за этим всем идите к сокращенцу, идите еще куда-нибудь. Я в конкретное железо не умею и не очень люблю вас. Моя задача именно такая вот, что ли, академическая составляющая. Так, я слишком много болтаю. Так, поехали дальше. Значит, я уже почти все, что нужно, рассказал про историю. Хочу только сказать, что... А, вот, настало время еще раз озвучить принцип легаси. Значит, не знаю, насколько вы в курсе, но никакой машины фон Неймана, не говоря уже о принципе фон Неймана, на самом деле не существует. Потому что группа фон Неймана, которая исследовала возможность построения программируемого вычислителя, оставила после себя очень пространный труд, где эти принципы формулировались на нескольких десятках, если не сотнях страниц. Это последующее поколение, значит, сделали из них отжимку всей воды и сформировали вот основные принципы фон Неймана, которые нам рассказывают как раз в этом самом курсе архитектуры ЭВМ. Вот. Сами принципы фон Неймана как раз были первыми, первой ситуацией превращения, так сказать, решения современной задачи современными на сегодня средствами в легаси, потому что мы до сих пор в основном работаем на компьютерах, которые сделаны по принципу фон Неймана, именно общая память, общая адресация, последовательное выполнение команд. Вот. И какие-то улучшения в этой архитектуре происходят как обмазывание все той же архитектуры фон Неймана какими-то дополнительными штуками, типа упреждающие вычисления все тех же команд. Да? Или, допустим, значит, что там еще такого, такого странного, предсказание переходов. То есть у нас уже есть легаси архитектура, которую мы усложняем, и за счет этого она начинает работать быстро. Мы с этим еще встретимся в курсе. Вот. Например, были такие штуки, как транспьютерные системы, где из мелких-мелких, очень простейших процессоров складывалась динамическая сеть, служащая вычислением, вычисляющая там определенные задачи. Там было очень много математики. Но в железе ее так и не своели. А зачем? Зачем ваять что-то в железе, если можно придумать еще больше каких-нибудь убыстрений текущей системы, легаси системы, и она будет работать еще быстрее. Вот. И так вот во всем. Вот, да, появление новой задачи, победа 1-2 частных решений над другими при актуализации этой задачи, дальше фиксация этих решений как легаси, вот. И до тех пор, пока не начнет всем мешать, так и живем. Так, теперь про RISC-V. Опять же, позволю себе очень короткую историю, просто чтобы было понятно, почему RISC-V, почему не что-то другое. Я, когда учился на факультете, у нас был курс по архитектуре на базе ESVM, она же IBM 360, что ли. Это было мало понятно. В основном мы там программировали как раз на ассембле, но надо понимать, что там в конце 80-х программирование на ассембле это все еще была профессия для всех вот, программистов. Вот. Но оказалось, что самый удобный и самый приятный язык программирования, язык ассемблера в архитектурах, это система мини-ВМ PDP-11, она же SMVM в российской варианте. Вот. Система команд PDP-11 была устроена таким образом, под электронику 88 я даже кусок операционной системы нашей советской писал,
но не написал. Вот, значит, система команд подобного рода, в частности PDP-11, была устроена таким образом, чтобы удобно было программировать на ассемблере. Человек писал инструкцию, он знал, что за ней творится. Более того, после некоторого опыта ты начинал понимать, видя восьмеричный код, там оно было почему-то ориентировано на восьмеричный код, восьмеричный дамп, прям по циферкам начинал понимать, что за инструкция перед тобой, какой регистр один, какой регистр другой, там было как раз нужное количество регистров, вот, 8. Соответственно, вот регистр, код операции, еще чего-нибудь. Флаг косвенности и флаг двойной косвенности. Вот, очень удобно. Или там автоинкременция, не помню. Вот, понятное дело, что такой подход очень быстро стух, хотя он был страшно приятный, потому что на самом деле главная задача архитектуры любой вычислительной – это работать быстро. Такая вещь работала медленно. Следующая идея состояла в том, чтобы разделить уровень инструкций ассемблера, ну, автокода EVM, и так называемый микропрограммный уровень, с которым мы тоже поглядим, как он устроен, хотя одним глазом, потому что там бездна на самом деле. Вот. И сложить на уровне, условно говоря, программиста на ассемблере, сложить инструкции сложные, которые раскрываются в довольно большую цепь микропрограммных инструкций, потому что вот эти микропрограммные, они ну, такие неудобные, они решают какой-то кусочек задачи, а тут у нас прям там бац, там, векторное сложение, там, умножение или еще что-то. А под капотом они превращаются в целую цепочку микропрограммных инструкций, которые, значит, ну, здесь они названы операциями, да, чтобы не путаться с инструкцией. Инструкция – это то, что у вас написано в автокоде, код инструкции, адреса, вот это все. А операция – это микропрограммная штука, которая в результате там, за 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 тактов процессора выполняется. Это такого рода архитектуры получили название CISC, CISC. Вот. Комплексные, сложные инструкции, сложные последовательности операций под инструкциями. Типичный представитель CISC-инструкции – это как раз x86. Вот. Там есть, ну, например, не знаю, до сих пор ли они ими пользуются, но там есть специальные инструкции для работы с двоично-десятичным представлением чисел. Это когда, значит, у вас числа представлены в виде последовательности цифр десятичных. И так хранятся инструкции, процессоры специальные для этого. Я не знаю, зачем. Вот. Да, я забыл сказать, на наших лекциях можно разговаривать, единственная просьба разговаривать не тише, чем я, потому что иначе вас плохо слышно. Правда, можно. Вот. Наверное, есть просьба не разговаривать одновременно, но я такого еще не случалось. Вот. Значит, поэтому давайте мы сейчас глянем сразу в RISC-V куда-нибудь в историю. Вот. Ой, нет, это не история, это прямо сайт консорциума. Погодите, надо сначала с MIPS начать. Извините, начнем с MIPS. Примерно в одно и то же время, вот где-то в конце 80-х, середине-конце 80-х, до людей стала доходить идея, что... так, тут у нас сокращенец какие-то свои аппаратные штуки говорит, я, наверное... Там есть какие-то соображения относительно того, где CISC-инструкция эффективнее, но я это пока оставлю на чатик, потому что мы сейчас говорим о том, как появился риск. Значит, появилась идея, что этот путь, если не тупиковый, то очень сложный, а можно выиграть довольно много в этой гонке за скоростью, деленную на количество ключей, на сложность. Можно выиграть, если организовать архитектуру эффективным способом. Эффективная организация архитектуры с точки зрения авторов, в частности, авторы как процессора MIPS, так и процессора RISC-V, это вот те самые Паттерсон и Хеннесси, что те операции, которые вы видите, те инструкции, которые вы видите на уровне ассемблера, не очень сильно сложнее тех инструкций, в которые они раскрываются на уровне микропрограммы. И более того, значит, они устроены таким образом, что они сразу заточены под конвейеризацию. Про конвейер мы будем обязательно говорить где-то ближе к концу семестра, к середине. Вот. То есть
Да, каждая инструкция распадается на микропрограммные стадии, там ее надо сначала скачать, ну, получить из памяти, потом ее надо распарсить, потом ее надо загрузить нужные данные, потом ее надо выполнить, потом эти нужные данные нужно записать обратно, все это про регистры. А еще есть пятая стадия, где мы обращаемся к памяти, потому что память очень медленное устройство. Вот. Еще один наш постоянный посетитель с ником Чоми откровенно троллит, говорит, я сижу на М2, и у меня все быстро работает. Я счастлив за вас, и за вас обоих, и за все тоже счастлив. Ну вот, значит, эта архитектура получила название риск. Вот общее свойство этого самого риска. Вот. Где слово «р» означает как раз «reduced». То есть идея стоит в том, чтобы вообще не включать в систему команд такие, которые сложные. Чтобы они были только простые. Вот. Понятное дело, что на базе этих самых упрощенных инструкций можно для решения разных других задач делать те самые расширения. Мы про это чуть-чуть поговорим потом. Вот. Но идея именно такая. Сама архитектура RISC пошла развиваться тоже в разные стороны. Ну, грубо говоря, RISC-V и MIPS соблюдают принцип простоты. У вас все инструкции должны быть простые и понятно, как работающие. А, например, в том же ARM, который тоже, в общем-то, ведет свое основание от риска, там идея такая, что все, что вот любую функцию, которую можно по-быстрому изваять и быстро вычислить, надо засунуть в инструкцию, потому что мало ли какой хитрый компилятор что-нибудь такое сделает. Вот. И это свои тоже плоды приносит. Да? Там получается довольно усложненная система команд, но зато очень плотный код, очень быстро работает, вот это все. Вот. На самом деле было еще много всяких других направлений. Одно из очень известных направлений – это очень большие инструкции, VLIF. Вот. Very Long Instruction Word. Речь идет о том, что у вас, например, умножаются сразу вектора. Вот, кстати, то самое расширение RISC-V про векторную инструкцию, оно тоже про VLIF инструкцию. Но тут прямо, значит, весь процессор устроен таким образом, что он ничего не делает однократно, а вот там складывает, так сразу вектора там умножают, или там какое-нибудь преобразование делать, сразу вектора, проверяет сразу вектора. Вот. VLIF процессоры были очень модные в конце нулевых, в конце 90-х, начале нулевых, и, кажется, до середины, всякие Cray, вот это один из первых суперкомпьютеров был VLIF. Вот. До сегодняшних дней дожил, например, внезапно российский процессор Эльбрус, который устроен ровно таким образом. У него очень страшный, очень замороченный компилятор, который умеет вот, воспользоваться свойствами исходного кода таким образом, чтобы плотно упаковать эти длинные инструкции. Вот. Но наибольшего рассвета вот подобный подход, да, большие команды, которые сразу обрабатывают много данных на нескольких вычислительных устройствах, как раз в тех самых графических картах. Потому что, в отличие от произвольной программы, написанной произвольным программистом, которую, в общем-то, сложно предсказать, как ее упаковать в большие инструкции, если вы жуете миллионы этих мешей, приобщете графики, совершенно легко понять, как их упаковать в очень длинные инструкции. Поэтому похожая тема как раз похожа как раз на это. Тут вот Иван говорит, что Эльбрус веселый, пишешь, какие именно инструкции исполняются параллельно. Все не так просто. Совсем-совсем не так просто. Там очень много серьезной математики, которая определяет, как именно вы пишете. Ну вот, такие дела. Значит, ну, по истории, где по времени, значит, вот смотрите, первый Intel 78-й год, MIPS 85-й год, первый риск, не первый это был риск, вот, 32-разрядный Intel 85-й год одновременно, кстати сказать, MIPS тогда уже был 32-разрядным, в этом смысле довольно свежая штука, ARM 32-разрядный 86-й год, еще когда это было, вот, дальше произошел взрыв, и начали все, кому не лень, делать разноразные архитектуры. Вот, AMD64 2000 год, 64-разрядный, потом Intel подоспел. RISC-V 2010 год проект, вот. Он сразу был рассчитан на понятное дело, 10-й год, на 64-разрядность. Вот. В железе RISC-V был изваян намного позже, но на сегодня там, ну вот если посмотреть, какие бывают процессоры в RISC-V, просто процессоры. Просто Cores. Да? Я нажал кнопочку Cores на сайте RISC-V.
Их бесконечно много. Там еще продолжение. Вот. К разделу Cores присоединились в первую очередь всякие хардварщики, которые воспользовались одним важным свойством RISC-V, которое я забыл упомянуть. А именно, RISC-V – это open hardware. Любой человек, любая компания может изваять процессор на базе открытых спецификаций, опубликованных RISC-V, и выпускать его. Все. Никакого, значит, уровень, объем IPB нулевой в этом случае, Intellectual Property Block. Так никто до RISC-V консорциума не делал вообще. Самый дешевый объем IPB был именно у MIPS. Вот, они на этом зарабатывали. Они продавали, значит, вот соответствующий, это забыл, как называется. Ну, короче, право использовать ядро Core. Продавали соответствующее ядро какой-нибудь компании, и это было самое дешевое ядро среди всех в мире, а компания что-нибудь поверх этого делала. Вот. Но когда появился RISC-V, у которого Core стоит $0, там сразу прибежали всякие NVIDIA, Western Digital, со словами, мы же продаем миллионы винчестеров в год, да? Даже есть там копеечные роялти, если роялти не будет, нам прибыли. Вот. Значит, деньги при этом берутся за сертификацию, что твой процессор действительно RISC-V. А то мало ли, что-то там, сколько у тебя ошибок. Вот. Это все обмазано хардварными и софтварными тестами с ног до головы, ну, в общем, и так далее. Вот такая вот интересная штука, да. Я не верил в победу какого бы то ни было open hardware, потому что я видел, как себя ведут там, не знаю, как развиваются open hardware видеокарты, open hardware Wi-Fi вот этот страшный. Вот. Все это очень-очень медленно и нудно, а тут вдруг он взял, прямо на глазах взорвался. Настолько, что вот прям заместил с собой целый сегмент рынка. Вот. Кстати сказать, не только микроконтроллеры, там есть вполне приличные процессоры. У нас есть компания Basalt SPO, есть, значит, лаборатория в Самаре, которая занимается всякими альтернативными архитектурами, и в частности RISC-V. Так у них рабочие станции как раз на RISC-V. Они не страдают от этого совсем. Вот. А, кстати, маленький курьез. Я, конечно, понимаю, что это именно курьез, но тем не менее. Заходим, значит, на сайт и говорим Exchange, и говорим здесь Software, а в Software жмем кнопочку Linux Distributions. Все. Это, конечно, курьез, потому что надо было жать на кнопочку Operating Systems. Вот. Но это именно наши дистрибутивы. Я не знаю, как у них вышло. У них какие-то роботы, видимо, пишут туда. Вот тут еще и ссылка бита. Причем она бита, видите, какая? Тут просто две ссылки вместо одной. Но если сходить, мы попадем на страничку. Причем это страничка сообщества нашего Linux Team. Что вот наши сборки, все такое. В общем, у нас довольно приличный репозиторий, пожалуй, один из самых больших был раньше, до тех пор, пока Федора не пришла с Дебианом. Был один из самых, ну, в смысле, не переросла нас. Один из самых больших репозиториев. Ну вот. Кстати сказать, надо еще упомянуть об AR64. Это, собственно, ARM 64-разрядный. Он оказался позже всех. Его придумали, ну, потому что ARM оккупировал рынок мини и микроустройств. Вот. Вот. Но они тоже придумали. И AR64 сейчас очень-очень-очень. Тут еще, знаете, чего нету? Тут нет еще китайского LongArch, который называется. Потому что он похож на Arch, но Arch-ом не является. Вот. Это прям такая вполне популярная и достаточно распространенная архитектура. У нас он в Сизифе есть и поддерживается. И довольно быстро мы поддержку сделали. Так что LongArch — это прям тема. Вот. Тут его нет. Ну вот. Значит, про IPB я сказал. Значит, еще одна важная особенность нашей с вами встречи, что поскольку это кусок большого курса, я буду стараться туда впихнуть как можно больше. Поэтому бла-бла у нас на сегодня заканчивается, начинается разговор по существу. Первый кусочек разговора по существу мы уже посмотрели. Это тот эмулятор, которым мы будем пользоваться большую часть времени. Вот, эмуляторов на самом деле больше. Есть еще парочка, сейчас я вам их покажу. Вот. Все равно мы пока с ними не встретимся. Есть еще парочка эмуляторов, один из них называется QTR-VSIM, его делают в Чешском технологическом университете. Вот, он очень милый, я чуть было не переписал этот курс на
прямо сейчас на него, но выяснилось, что он очень плохо годится для офлайн запуска, чтобы домашки проверять. Они еще этого не доделали. У них есть такая супер идея, чтобы поддерживали системные вызовы прямо Linux, чтобы можно было, значит, бинарнички из-под Linux под него перетаскивать. Это, конечно, супер идея, но имитировать на голом железе нам с вами всю подготовительную работу, чтобы вызвать один вызов в write, я не хочу. Вот. А как работают системные вызовы в RARS, я сегодня вам покажу, и это, конечно, несравнимо. Вот. Зато у него, так же, как у его товарища под названием Ripes, есть скомпилированная с помощью проекта Enscripting веб-версия. То есть он написан на Qt, вот. Но его скомпилировали в браузер, и можно прямо вот так вот делать. Вот. Видите, примерно такая же штука, я поэтому повелся на нее. Тут прям настоящий ассемблер, все хорошо. Но, к сожалению, он пока еще не готов. Вот он по одной инструкции выполняет. И это хороший эмулятор. И, значит, тот эмулятор, который я в прошлом году один раз использовал для лекции, называется Ripes. Вот. Этот проект Ripes интересен тем, что он, ребята собирают... Они писали на Qt библиотеку элементарных логических функций. Сложение, ну, в смысле, это самое, AND, OR, там, XOR, NOT. Потом на Qt, то есть у них есть графическое представление этого самого... Где процессор? А где? А вот он, просто его плохо видно. Вот. Да? Это вот принципиальная схема процессора, она работает, она там лампочки загораются в процессе работы. Вот. Ну вот. Так вот, они, значит, сделали библиотеку сначала логических устройств, на них сделали библиотеку этих самых элементарных частей, там, сумматор, мультиплексор, вот это вот все. Вот. На них сделали библиотеку компонентов компьютера, и на них сделали вот эту штуку. В точности так, как это сделано в классическом труде Харриса и Харриса, вот в такой вот книжке по архитектуре ВМ. Кстати сказать, обе классических книжки по архитектуре ВМ Паттерсон, Теннесси и Харрис и Харрис переведены на базу RISC-V, они есть в модификации RISC-V, так что ищите. Вот. Но сразу предупреждаю, они вот такой толщины. Ну, примерно раз в 20 больше нашего курса. Вот такие два эмулятора, один из которых мы будем использовать когда-нибудь в будущем, в смысле не так, в этом семестре мы будем использовать на одной из лекций, а может быть, когда-нибудь на них перейдем. Так, все. Теперь, значит, собственно, что еще про RISC-V? Блин, никак не приду к системе команд, а зря. Ладно, все, давайте еще чуть-чуть бла-бла про RISC-V, я нашел кусочек, который я не рассказал. Значит, нет вычислительно сложных инструкций, фиксированная длина инструкции, потому что, если вам не говорили, но вы, может быть, помните с первого курса, что если у вас не фиксированная длина инструкции, то вообще-то выполнение становится сразу в два раза дольше. Вы берете код операции, по коду операции определяете, какой длины у вас инструкция, и следующим тактом, или через один такт после декодирования, кода операции, дочитывайте оставшийся хвост разного размера. Понятное дело, что это все гораздо, ну, как бы, это все замедляет работу непосредственно железа. Другое дело, что это все можно оптимизировать там, ну, понятно. Вот. Как полагается, RISC-V много регистров общего назначения, вот, 32 штуки, вот, не 8, не 4. Их все равно мало, но просто больше 32 обычно не нужно. Вот. Оперативная память, как тут уже несколько раз в чатике говорилось, считается очень медленным устройством, поэтому, как правило, все вычисления идут на регистрах, а операция работает с памятью ровно две. Положить с память, прочитать с память и все. Да? Нельзя там взять число, сложить с другим, положить его в память, или взять число из памяти и проверить, больше оно нуля или меньше. Нет. Все операции по вычислению происходят на регистрах. Вот. Это... Такая классика риска как таковая. Сокращенец немедленно комментирует, что есть еще расширение C от слова компакт для микропроцессоров. И там есть как раз отступление от этих принципов, все запихивается в очень маленькие. Только не однобитные, а однобайтные все-таки команды, да? Однобитных команд. А, 16-битные команды, да. Двухбайтные. Есть расширение C, где команды маленькие. Вот. Но это именно расширение, предназначенное для очень-очень плотно упакованного кода, для микроконтроллеров, у которых там 16 килобайт памяти всего. Такая тема тоже есть. Вот.
конкретно в RISC-V очень важная тема про то, что нету специальной инструкции такой, чтобы ее было удобно читать, я про это чуть позже расскажу. Если у этой инструкции есть быстро работающий аналог, например, нет инструкции положить конкретное небольшое число в регистр, но есть инструкция взять конкретно небольшое число, сложить ее с нулем, потому что 0 есть в регистре R0 всегда нестираемый, и положить ее в регистр. Но для того, чтобы так не писать, потому что семантика кода исчезает, что такое я складываю что-то с нулем, зачем? Есть так называемые псевдоинструкции. Псевдоинструкции – это как раз в ассемблере вы пишете «загрузить малое число в регистр». В действительности они раскладываются в одну или несколько инструкций, которые загружают малое число в регистр тем или иным способом. Вот. Это еще не макросы, это именно что прямо в ABI забито, как у вас должен выглядеть, даже не в ABI, в спецификацию, как у вас должен выглядеть ассемблер, забито, что вот LI, load immediate, да, это такая псевдоинструкция, которая раскладывается в разных случаях. Трехадресность, кстати сказать, большинство архитектур, с которыми мы имеем дело, двухадресные, MIPS трехадресный, там всегда есть приемник и два источника. Вот. Разделение памяти и команд. Напомните, как называется такая архитектура, гарвардская. Или наоборот, память данных, память команд разделяется. Никто не помнит из того самого курса первого семестра. Одна из них гарвардская, а вторая... Давайте погуглим. Стэнфордская, спасибо. Спасибо, Александр, Андрей. Вот теперь Андрей правильно сказал, Стэнфордская архитектура, совершенно справедливо. Ну вот какая-то из них какая, неважно. И, как я уже говорил, конкретно фишка RISC-V – это все инструкции устроены таким образом, что они оптимизированы под исполнение в конвейер, он же pipeline. Вот, ассемблер при этом читать удобно, мы в этом убедимся, это хороший ассемблер, годный, для глаз приятный. Но машинные инструкции декодировать глазами практически невозможно. Потому что, разумеется, их размещение в машинном слове оптимизировано таким образом, чтобы можно было как можно быстрее распарсить. Ну, есть всякие специальные регистры, типа того же R0, хотя конкретно в RISC-V, например, нету специализированных регистров, там нету регистра флага, нету доступа к регистру счетчика команд. Вообще ничего такого нет. Это все, в общем, внутреннее, к нему сходить из программы нельзя. Регистр флагов тоже нет, потому что команда трехадресная, нам хватает сравнить это с этим и пойти туда. Нам хватает трех адресов. Вот. Очень большой объем, не буду тыкать сейчас, того, что можно найти по RISC-V непосредственно забито в спецификацию. Там, правда, очень дофига всего. И, в частности, я просто рекомендую читать глазками прямо спецификацию команд, потому что в действительности это очень читаемый документ. Вот прям тот самый документ, по которому все эти самые инструкции ваяются. Давайте мы куда-нибудь возьмем. Вот это, кстати, те самые расширения. Какой-нибудь floating point, double precision. Какое-нибудь простое расширение. Вот это, кстати, расширение C, которое упакованы команды. А базовый-то где? Вот. Base integer, пожалуйста. Просто базовая инструкция над интеджером. Смотрите, как это сделано. Команда. Как она устроена. Какие у нее поля регистров. Как работает. И пример. Load store instruction. Короче, реально читаемый документ. Вот, казалось бы, спецификация процессора – это какая-то жуткая, неимоверная каша, ничего подобного. Вот. Два года назад один из наших слушателей, значит, взял документ в латехе, PDF, от которого мы видим, и перетащил его после, в общем, довольно спортивного хакания, перетащил его в HTML. Так что можно даже в HTML смотреть. Вот. Мало того, есть также спецификации и на внешнее оборудование, вот, их там довольно много, есть прям целая страничка. И тут просто прям тоже овер дофига. Ну, не овер, но в количестве. Я случайно ткнул. Тут меня упрекают в то, что я ткнул в расширение E, которое, значит, урезанная система команд. Ну вот,
Вот это, кстати, картинка оттуда взята. Вот. У нас осталось полчаса на то, чтобы, ну тут не так много, на то, чтобы познакомиться с тем, как вообще устроена система команд RISC-V. Вот. Сразу скажу, что все команды перечислять не буду, смотрите соответствующую документацию. Ну, чтение вслух системы команд – это довольно неправильная штука. Тем более, что в RARS-е есть просто help с этими самыми системами команд. О, он тут просто есть. И это основная инструкция, а это псевдоинструкция. Вообще, вот огромное спасибо авторам этого страшного поделия за вот этот хелп, когда там все под руками, и сисколы все под руками. Вот. Ну, прям вот. Хорошо человек придумал когда-то давно, а мы этим пользуемся. Большое ему спасибо. Значит, тут меня замечают, что на самом деле в современных интеловских процессах, наоборот, читается сразу максимальная длина инструкции, а потом выясняется, нужный там кусочек оттуда читать или нет. Ну, да. Так вот, в действительности все инструкции в RISC-V, если не включено расширение C, одной и той же длины, 32-разрядные. Вот. Соответственно, и они бывают всего четырех видов, всего четырех структур. R, I, S и U. R инструкция работает только с регистрами. Как мы с вами говорили, будучи трехадресной, у нее есть source 1, source 2, destination 1, да, три регистра. Условно говоря, что с чем сложить, куда положить. Вот. Поле opcod, напоминаю, что нулевой бит у нас справа. Да? Поле opcod означает, собственно, код операции. Вот. Но у opcod есть еще модификаторы. Это функт 3 и функт 7, точнее, даже не так, там 7 битов здесь и 3 тут. 10 битов в сумме. Вот. Это самое поле функт. 6 битов тут написано. Наверное, давайте посмотрим. Тут 6, а тут, видимо, еще 2. Да, 8. Ну так вот, это самое поле функт нужно, как я понимаю, я нигде строгой аргументации не видел. Вот для чего. Мы видим opcod. И мы сразу понимаем, какого типа команда перед нами. Даже не то, что она R-Type, то, что мы R-Type, мы понимаем по opcode, но еще и, что вот у нее такой регистр, сякой регистр, и можем сразу лезть в регистры, чтобы получить их значение туда, засовывать в арифметику логического устройства. А тем временем досматривать поля функт, чтобы выяснить, что дальше на следующей стадии нам вычислять. Допустим, сложение. Так что в MIPC, я помню, вообще все команды типа R-Type, у них opcod был 0. А, соответственно, функция лежала, в смысле, а что именно мы делаем с регистрами, там складываем, вычитаем, сравниваем, все это лежало в полях функт. Возможно, в этом самом, в RISC-V то же самое. Инструкция типа I, от слова immediate, позволяет работать с небольшими числами. Ну вот, сколько там, 12 битов, 11? 12 битв. Вот. У них два поля регистра, то есть, как обычно, три операнда, два поля регистра, source destination и еще вот такой вот адрес. Не адрес, а 12 бит чего-то. Что это за команда? Ну, главная команда – записать в регистр небольшое 12-битное число. Или даже его сложить с чем-нибудь. Это число сложить, там, прибавить единичку, например. Вот в PDP-11 было прям флажок. Если флажок стоит, то регистр увеличивается на единицу автоматически сам. Но вы понимаете, что это на уровне микрокода начинаются, значит, скачки, и это получается сложная команда. Здесь мы можем просто написать, прибавить один к регистру, положить другой регистр. И этот один можно прямо написать вот сюда, в поле миди. 12-битное число не так уж мало. Вот. Значит, но понятное дело, что... Да, и для адресных операций это хорошо годится, если у вас недалеко прыгать. Вот. Но есть вариант, в котором это поле занимает не 12 битов, а сколько тут получается? Чуть больше? 20 получается, да? Вот. Это как раз для тех случаев, когда нам 12 битов не хватает. Вот. И тут у нас, как видите, эти команды, у них нет регистра destination, то есть мы не записываем, а что-то другое делаем. Вот, например, я думаю, что как раз S-type – это сравнение перехода, мы это еще увидим в будущем. Вот.
сокращенец, как человек, который программирует микро, эти самые контроллеры, говорит, прибавить к регистру единицу, это верный путь вызвать ошибку выравнивания, потому что если там лежит адрес, то всем привет. А если там не адрес, если мы вычисляем, если мы хотим единицу прибавить, потом умножить на 2, например, ну, ладно. На 3, конечно, не надо. Вот. И, наконец, U-Type, где вообще у нас только один регистр и очень-очень длинная операция перехода. Это, например, длинные переходы между там огромными кусками. Но вы понимаете, что огромный кусок – это, значит, у нас сколько получается? Нет, 20 битов – это здесь. Вот здесь 20. А здесь 11 до 5 – это что-то примерно столько же. Ладно, честно, не очень помню, какие из этих операций какие, но можно посмотреть. Вот. Главное не в этом. Главное в том, что если у нас есть задача, например, сделать длинный прыжок, то нам придется делать это с помощью специального U-Type обкода, в котором будет на этот раз уже 20 битов длины поля. Большой. Почему 20 битов длины поля годится для большого прыжка, хотя у нас, вообще говоря, 32 бита? Размер адреса мы поговорим, когда будем говорить про режим адресации. Там вам хватит. Нет. Вот. Как известно, есть еще расширение. Мы про это уже упоминали. Есть математическое расширение. Например, операция умножения и деления, которые медленные. Но поскольку они очень часто нужны, их очень часто переляпывают. Операции расширения F и D, float и double, на математический сопроцессор, который мы тоже посмотрим, как устроен. Как было сказано, расширение V на векторные операции, которые, если вдруг я увижу в каком-нибудь из этих эмуляторов, я постараюсь в них потыкать тоже. Ну и так далее. Я уже это говорил, но давайте еще раз озвучу, потому что момент важный. Условные переходы, в отличие от двухадресных и других архитектур, условные переходы в RISC-V – атомарные инструкции. Вы за одну инструкцию проверяете значение и тут же переходите. Это возможно за счет трехадресности. Что-то сравнить с чем-то, перейти куда-то. Вот. Три адреса. Например, в случае двухадресной арифметики вам приходится вводить одну операцию сравнения, другую операцию перехода в зависимости от значения регистра флага. Опс, вам получается, есть необходимость отдельно иметь регистр флагов, к которому некоторые инструкции умеют ходить. В RISC-V этого нет. Проверили, перешли. Все. Вот. Пример псевдоинструкции. Вот псевдоинструкция, хорошо видно, надеюсь, да? Вот псевдоинструкция load immediate, то есть загрузить небольшое число в регистр T2. Число 1, 2, 3. Она превращается, как я уже говорил, такой инструкции нет. Но есть инструкция добавить к регистру T2, это значит регистр 7, да? Мы будем говорить, видимо, в следующей лекции, как они различаются, почему T, почему S, вот это все. На самом деле это регистр от X0 до X31 включить. С регистром X0, регистр X0, он же регистр 0, в котором всегда хранится 0 нестираемый. Очень удобно. Нужен 0, вот он. Дивнул такой. Вот. И положить туда вот это маленькое число, потому что это число занимает 1, 2, 3, 12 битов. Как раз влезает. Вот. Аналогичная инструкция load immediate в T1, число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, распадается на 2. Да, обратите внимание, что тут видно вот это 123. Это тот самый вот этот IM11.0. Да? Вот он. Вот эти 12 бит. Аналогичная инструкция загрузить в регистр T1 число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 распадается на 2, потому что оно уже не является небольшим. У нас нет таких инструкций, у которых бы был приемник вот такого размера. Поэтому, что происходит? Мы загружаем луи, это значит в старшую половину, в старшее полуслово. Загружаем 1, 2, 3, 4, а потом добавляем к нему опять 6, 7. Все. Такие дела. Поэтому одна инструкция распадается в две, и, как видите, вот. Вот. Луи – это не специально, вот именно что это 1, 2, 3, 4, но в старшую половину загружается. Ровно для этих целей она и нужна, это Луи.
Вот. Короткие переходы, они типа S, понятное дело. Вот такие. Длинные типа U, почему здесь написано тип G, это неправильно, это из МИПСа. Слушайте, давайте это поправлю, это какая-то кринжуха. Тут должно быть написано тип U. Секунду. Так, тут, значит, разные терки смешные по поводу того, для чего Linux девзирован, у нас нет времени, чтобы в них участвовать, извините. Вот, значит, это вот пример псевдоинструкции, и почему она такая. При этом особая фишка псевдоинструкции, в отличие от макросов, стоит в том, что их придумали, вот это раскрытие придумали сами авторы процессора, и по стандарту раскрывается псевдоинструкция LI в наиболее эффективной последовательности инструкции с точки зрения именно выполнения, в том числе конвейера. Зачем каждый раз придумывать что-то, если это можно стандартизировать, сказать, вот так должно выглядеть вот это. Вот. Потому что иначе вам придется писать вот так каждый раз, когда вы хотите что-то куда-то загрузить. Ну, задолбаешься. Вот. Значит, осталось, у нас не так много времени и осталось, да? Мы во сколько начали? В половину мы начали? То есть у нас осталось еще 15 минут. Ничего себе. Осталось, наверное, поговорить про... Так, такое ощущение, что я о чем-то не рассказал. Я не мог быстро так закончить. Ну ладно, не рассказал, так не рассказал. В следующий раз расскажу. Значит, осталось поговорить про наш этот самый эмулятор. Почему я его выбрал? Потому что программа ввести два числа... ввести, внимание, с какого-то стандартного ввода. Сложить их и вывести на стандартный вывод на голом железе, безо всякой операционной системы, без всего. На этом конкретном эмуляторе выглядит вот так. Все. Вот давайте мы это посмотрим. К сожалению... Будучи написанным на Java, этот эмулятор выглядит либо так, как вы сейчас видите, с двойным увеличением, либо вот так. И никак иначе. Увеличить в полтора раза шрифт они не умеют. Вот GTK3 уже умеет увеличить шрифт в полтора раза, а Java-овский интерфейс еще не умеет. Поэтому... мы либо будем видеть мелкие бяковки, которые, мне кажется, невозможно наблюсти, да? Вот я их сам плохо вижу. Вот. Либо будем видеть такие бяковки, в которых не хватает места. Ну вот, мне кажется, пускай лучше места не хватает, но мы, по крайней мере, их увидим. Вот. Потому что вот это совершенно невозможно прочесть, мне кажется. Вот. Поэтому давайте мы уберем вот эту штуку, уберем вот эту. Запустим опять наш с увеличенным интерфейсом. Во. Да? И здесь вот. Кстати сказать, если в случае МИПСа попытка сделать вид, будто у вас есть какая-то операционная система, вызвать системный вызов, вывода числа на экран, это было такое, ну, явное заигрывание со студентами. Мы сейчас вам вот выкинем всю операционную систему, но сделаем, ну, чтобы вы могли написать программу, которая что-то вообще работает. То в случае RISC-V все интереснее. В RISC-V вообще нет понятия системный вызов. Как видите, ECALL вместо syscall. Что такое? В чем разница в буквах? ECALL, мы об этом еще будем говорить, когда до этого доберемся, это environment call. Это означает, что в вашем адресном пространстве этой подпрограммы, которая это умеет делать, нету. И вы выходите из своего environment на environment уровнем выше, пускай оно там занимается, вот, ну, скажем, выводом чисел. Или вон. Что такое environment, окружение уровнем выше, здесь не специфицировано. Это может быть ядро операционной системы. Еще уровень выше, это может быть
виртуализатор, супервизор. Еще уровень выше это может быть хардвай и биос какой-нибудь. Мало ли кто находится во внешнем окружении, мы не знаем. Мы только знаем номер Якола и его параметры. Дальше мы дергаем, он его там ловит и выполняет. Поэтому с точки зрения RISC-V, то, что у нас есть системный, в отсутствии всякой операционной системы некий environment call, который вводит и выводит целые числа, всего лишь означает, что у нас есть какая-то машинка сверху там, по вводу и выводу целых чисел. Ну, радуйтесь, что нам осталось. Ну вот, а выглядит это вот так буквально. Вот мы сейчас это скомпилируем. Сейчас сначала сохранить. Да? Вот. Скомпилировать. Вот код. Вот память. Вот это самое. Вот. Первый e-call – это вызов вот целого числа. Мы даже можем нажать… Смотрите, сначала давайте просто выполним. Нажмем кнопочку «Выполнить». Да? Мы вводим одно число, вводим другое число, получаем сумму. Вот она. Вот вывод происходит вот в этом окне. Именно за это я люблю все это безобразие, хотя это очевидное безобразие, написанное на Java. Потому что вроде бы нам показывают настоящий процессор, но при этом вот всякие простые операции можно сделать прямо сейчас. Вот. Потому что знаете, сколько нужно поупражняться, чтобы лампочку зажечь на настоящем микроконтроллере? Вот сокращенец вам расскажет. Вот. Я даже как-нибудь покажу, когда наша каркатница... У нас есть специальный стенд. Вот когда он приедет обратно на стенд, я покажу его на лекции. Ну вот, давайте теперь пошагово это, что ли, пройдем. Снова скомпилируем, вот по одному шагу. Раз. Обратите внимание, там показали, как регистры меняются, вот это все. Тут еще будут показывать, как память меняется, когда мы будем работать с памятью. Два. Мы ушли в системный вызов. Надо ввести что-нибудь. Тут курсор заморгал. Вот, мы вышли из системного вызова. Три. Четыре. Снова ввод. Опять курсор заморгал. Вышли. Выполнили команду add. Вот у нас лежит наше 444 в регистре А0. Вот. Он же x забыл сколько. Раз, два, три, четыре. А, нет, это стэкпоинтер. Ну, короче, где-то там лежит. А, стэкпоинтер это тоже видно, регистр общего назначения. В RISC-V, я забыл сказать, в обычном RISC-V нет аппаратного стека. В микроконтроллерах он есть. В RISC-V его просто нет. У нас обычный регистр отвечает за размещение стеки. Вообще идея риска как раз состоит в том, чтобы сделать как можно меньше причудливых дополнений к основной системе команд, чтобы ваш конвейер и ваша система оптимизации аппаратная лучше с этим справлялась. Ну вот поэтому и стекпоинтера нету, но об этом разговор впереди, у нас будет разговор, разумеется, просто. Ну вот, осталось только теперь вывести. Мы загружаем в регистр А7 код операции вывода. В регистре А0 у нас лежит число, которое мы собираемся выводить. Вот мы дернули ЯКО, вот она выполнилась, вот мы из него вышли. А это вот 10-й системный вызов, это остановка программы. Все. Вот. Как видите, выглядит это как совершенно детская игрушка, в которую вы просто вписываете нужные буковки вот сюда, а потом эти буковки сами выполняются. Вот. И моя идея, чтобы это так и осталось. Потому что вот, мне кажется, что сложные разговоры о каких-то сложных архитектурах нужно начинаться с простого. Вот. Между тем, я постараюсь рассказать обо всем сложном, что нас ждет вот, на пути вот этим самым. Вот. В общем, вот. Так. Сокращенец говорит, что на контроллерах тоже нет аппаратного стека, а есть всякие извращения. Ну вот я именно про это. Вот. Сокращенец поправился. Не есть всякие извращения, а бывают всякие извращения. Все правильно, все правильно. Я именно об этом и говорю. Да? Мне хочется рассказывать о чем-то таком базовом. Да? Вот. А всякое не базовое куда-нибудь подойдет. Ну вот, значит, смотрите, у нас время для вопросов. Вот. Еще раз напоминаю, что чем больше будет у нас народу, тем живее будет разговор. Тащите сюда своих товарищей. Я понимаю, что 6 часов вечера, всем хочется спать и все такое, но тем не менее. Чем, как это? Я люблю глупые вопросы. Глупых вопросов не бывает, кстати. Обычно вопросы становятся глупыми, если та информация, по поводу которой они заданы, тоже глупая. Вопросы?
Окей, мне кажется, что было, конечно, плотно очень. Значит, домашнее задание. Домашнее задание состоит в том, что вы добиваетесь работоспособности именно RARS, не других, к сожалению, не других эмуляторов, показанных мной сегодня у себя дома, потому что RARS встретит вас в Еджадже. Записью на этот курс является регистрация в Еджадже, она открыта. Просто заходите туда, регистрируйтесь, кто угодно. Пока что алгоритм, кто угодно заходит и регистрируется в Еджадже, не давал сбоев, ко мне не приходили 100-500 индусов, которые, значит, все задедосили таким способом. Вот. Такого еще не было. Вот. Значит, в следующий раз у нас, как я уже говорил, упаковка у нас плотная. В следующий раз у нас, по-моему, система адресации. Сейчас давайте посмотрим. Для этого надо сходить в прошлый год. Сходить вот сюда. Да, модель памяти. Вот. И регистр. Вот. В общем, вот. Значит, напоминаю, что я реально хочу, как тут предлагали в чатике, перейти на какой-нибудь QEM, но для этого нужен вот такой вот красивый интерфейс. Вот. Там будут свои проблемы с QEM, потому что там не будет такого принфа, как у нас. Вот взял число и напечатал. Но для начала интерфейс. Вот. Если ко мне больше вопросов нету, то всем спасибо. Мы встречаемся через неделю. Вот. До новых встреч.